Мы поздравляем от всей души ветеранов, которые перенесли эти тяжкие для всей страны годы нашей Великой Отечественной войны, ну и Второй мировой, собственно, ну, одно и то же, грубо говоря. И желаем им, чтобы они жили долго и счастливо, чтобы они встретили не только эту годовщину, но и следующую, еще на 10 лет вперед, и чтобы они оставались счастливыми, добрыми, государство наше их не обижало, а наоборот почитало, и каждый год вот на 9 мая выходили хотя бы вот такие же люди, одетые в военную одежду, и все поздравляли ветеранов. Потому что действительно, они, мы живем только потому, что они тогда поставили в угоду своей жизни нашу жизнь сейчас. Бабушка рассказывала, что она приземлялась в тылу врага, с рацией за спиной, на парашюте, что ее вели на расстрел. Но в итоге она родила моего отца, вот и все обошлось. То есть она была ветераном Царствия Небесного.